так ждал тебя синий Дунай. Школьники, студенты и ветераны приняли участие в патриотической акции «Вальс Победы», которая традиционно проводится в Самаре в преддверии 9 мая. В едином танцевальном движении, в едином состоянии эмоциональном несколько десятков человек под майский вальс, вальс 45-го года, это нечто особенное. И я уверена, что в эти моменты именно дети, именно молодежь чувствуют что-то особенное в груди. Напомнить молодежи о 77-летии Победы в Великой Отечественной войне, сохранить историческую память – такова важная задача этой особой акции, которая находит отклик в сердцах детей и взрослых. Очень важно соединить прошлое и настоящее, старшее и будущее, то есть передать тоже в какой-то мере передачи эстафеты от старшего поколения к младшему. И здесь каждый молодой человек каким-то образом прикасается к той Великой Победе, он хочет об этом что-то узнать более подробнее. В акции приняли участие около 100 человек. Ольга Павлова, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.